Ну, дело в том, что когда разрабатываются планы для выполнения боевых задач, а именно такие планы, они не только разрабатываются, они прорабатываются целыми группами, решаются в темной комнате, там целые процессы, штабные игры вдоль и впоперек, причем когда игры идут, разведка от Буданов, он должен быть на стороне врага, вот он такой злобный, злобный Шойгу, тихо плачет. И вот в таких играх проигрываются разные ситуации, как кто будет действовать. Исходя из действия врага, уже проигрывается план. Эти планы ложатся на бумагу, в конце концов прошнуровываются, скрепляются, пронумеровываются и скрепляются печатью. Есть такое понятие в свое время. Потому действия врага просчитаны наперед, и наши планы, они также просчитаны и просто меняются в зависимости от ситуации. Те планы, по которым движется армия и механизм армейский, они просто меняются, выбираются, допустим, из той ситуации, которая сложилась, выбирается оптимальный план, и дальше движемся по нему. Потому как минимум было два плана. Вариант А, вариант Б. Первый вариант – россияне подорвут Каховскую ГЭС. Второй вариант – россияне ее не подорвут. Естественно, двигались по тому варианту, по которому россияне ее не подрывают. Разворачивались войска для форсирования Днепра. Это, может быть, и стало каким-то таким ключевым триггером для принятия решения, или, может быть, там кто-то перепугался, нажал не на ту кнопку, хотел позвонить жене, а тут получилось, взорвал ту самую Каховскую ГЭС. И такое бывает. Бывают такие вещи, когда начинаешь разбираться, не налазить, только иногда бывает уже горько после того, что уже вернуть назад нельзя, то есть шаг назад нельзя выполнить. Но на военные действия уж точно никак это не повлияет, так как вариант Б включился, активизировались наши действия на запорожском направлении, просто поток боеприпасов пошел не на херсонское направление, а сразу на запорожское, плечо примерно одинаковое, то есть практически ничего не передернулось, вот просто переключили стрелку и поехало все в другом плане. А то, что мы имеем после подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами. Мы с вами, по-моему, не один раз об этом говорили. Могут или не могут? Помните, полгода назад? Могут, не, конечно, могут. Они ж малохольные. А раз люди загрузили в станцию и проминировали машинное отделение, ну так они уж, что-то же они его минировали, а потом проводили инженерные операции по закладке уже горной, под горной взрывчатки. Это та горная взрывчатка, которой взрывники подрывают целые пласты на горно-обогатительных комбинатах. Если видели такие масштабные взрывы, когда там чуть ли не горы рушатся, да, вот когда откалываются куски породы. То есть вот примерно такого уровня взрывчатка была заложена в тело плотины. Я больше скажу, именно она и могла, только она, вернее, могла подорвать плотину. Там же не все так просто, там невозможно ее сверху, там, допустим, бомбардировкой или обстрелом, это нереально. Они строились, во-первых, выдерживают давление воды 18 метров Каховского водохранилища, чтобы ее там что-то могло подорвать. Только внизу. Причем там, где была заложена взрывчатка, это будет понимание, вот как вода сойдет с Каховки, мы увидим вот остов основания, то есть где была взрывчатка заложена. Я так думаю, метра 2-3 от основания. Ну, исходя из всех инженерных соображений, самый оптимальный вариант вот в этом там 20-метровой практически колонне, ее ложить где-то как минимум больше, чем две трети. То есть вот где-то 2-3 метра снизу подрыв, и дальше она просто слаживается, никуда она не денется после хорошего подрыва. Потому вот такого рода действия россияне, они сами себе с одной стороны в ногу выстрелили, не просчитали, что смоет
верхние части, те, которые расположены в районе Новой Каховки, их действительно там посмывало. А те, которые нижние, которые знали, что будет подрыв, они оттуда еще 2 недели назад из-под Олешек съехали на третью линию обороны. Там хитро сделаны, это блатные так называемые, те, которые на новых танках ездят. Их быстро и убрали. Ну а Кузьмичей, конечно, бросили, просто бросили их и все. Никто за них там сильно не переживал. Смыло водой, ну, такое дело. Тело из воды там на чуть ли не 90% состоит, потому ничего там большого не произошло. Ну, померли, померли. Никто на них внимания не обращал. Ну, а в военном отношении, я думаю, через месяц где-то вода неделю будет держаться, сходить, потом сохнуть несколько недель. То есть до месяца максимум задержат наше движение и с правого берега на левый, то есть форсирование Днепра и дальше движение на Армянск. Ничего страшного в этом абсолютно нет. За это время там опять еще один вариант Б2+, за это время занять Кимбургскую косу, которая сейчас уже остров, а раз остров, значит, россияне туда не подойдут, у них на восток несколько километров в зеркало воды стоит, а у нас все-таки поменьше. Русло Днепра, и у нас с правого берега на левый, на Кинбургскую косу, мы можем попасть, и еще больше скажу, после того, как вода сойдет, можно там вообще наладить переправу, перебросить туда тяжелую технику, подождать, когда это все засохнет, и двинуться с Кинбургской косы, двинуться на Армянск вдоль по побережья Черного моря, прикрываючись морем с одной стороны, ну а дальше разбираться с россиянами по этой дороге. Хотя таких планов Б2+, есть Б3-, есть Б4-2+, ну и т.д. и т.п. Я думаю, там разберутся тому, кто надо, разберется, какой план лучше включить. Я тут, знаєте, пане Романе, всім вам військовим зараз трошки заздрю, тому що справді ви ж бачите геть інше. Ви бачите плани, стратегії, лінію фронту, не знаю, військову техніку, стратегію. Я бачу людей, я бачу тварин, які тонуть, наших мешканців. Ну, ти бачиш, що це південь нашої країни, відверто кажучи, йому вже дісталося і окупація, і обстріли, і сьогодні навіть під час евакуації все одно людей обстрілюють. І я думаю про це. Я розумію, що це не має спиняти наших військових, що Генштаб і вас, військових, та в принципі виховують геть інакше. Ви самі розповідали, що навіть до полону готують, тому ваші нерви вони справді сталеві, і ви це все сприймаєте геть інакше. Нас, цивільних, це виносить дуже сильно. Хоча і я радію, що цей біль це спонукає зараз людей прийти туди, зайнятися своєю справою та звільнити військових, щоб вони не займалися евакуацією. Але у той же час в нас, знаєте, склалася цікава ситуація. Ви вже сказали про Запоріжжя. Я так розумію, що ми напевно не видаємо жодних таємниць, тому що там вже є і часткові офіційні заяви від військових, які безпосередньо там знаходяться. Російська сторона постійно нам каже: тиша, 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 ми цього дотримуємося, ми мовчимо. Але всі російські пабліки, міністр оборони Шойгу, військовий злочинець, вони виходять і кажуть: там, здається, за тільки останні декілька днів вони знищили до 30 танків «Леопард». Я вірю, що «Леопард» міг абсолютно легко і, можливо, не один бути знищений. Я, на жаль, вірю, що могли загинути українські військові, які пішли в наступ. Але ну, вони називають якісь дивні цифри, ну і, звісно, все це кажуть, що там провалилося. Що насправді ми бачимо зараз на Запоріжжі, пане Романе, і чи все ж таки не заважає нам зараз оцей гриф секретності, що ніхто нічого не каже українському суспільству, проте вже є американська преса, яка про все написала в деталях, росіяни, які закидають нас цими фейками, ну і українська сторона, яка просто тупо мовчить. Ну, дело в том, что есть определенные алгоритмы подачи информации, и их, допустим, обход этих алгоритмов, ну, он иногда даже уголовно наказуем. То есть и такое есть, да. Дело в том, что любая, во-первых, тактическая информация точно не будет в эфире от официальных лиц. Оперативная информация должна даваться где-то через 3-4 дня, не раньше, когда уже обстановка стабилизируется и движение, ну, это не помешает движению, а в некоторых позициях вообще не передается. И это очень правильно и грамотно. Это как раз очень, это сберегает жизни наших военнослужащих. Потому такая официальная подача, официальная такое положки информации, это правильно. Если сейчас кто-то из официальных лиц
допустим, начал рассказывать, как, куда, с какой техникой идет направление удара, как, куда, кто движется, ну, вы сами понимаете, это чревато. Потому подача информации это правильная, но то, что паблики российские уже там уничтожили 649 комбайнов Джон Дир, так Джон Дир столько комбайнов не склепал, чтобы сколько они их уничтожили, а потом написали что-то еще и леопарды. Ну, это вообще, ну, для россиян, кстати, сойдет. Они же ни леопардов, ни Джон Диром не видели ни разу. То есть, кто там Джон Дир, какой там леопард. Потому неважно, главное, как они себя подают. Вопрос, для чего это делается? То есть, для чего сейчас проводит ИПСО российская армия? Раз включен в это ИПСО Шойгу, то есть вот этого оленевода уже включили, дали ему листочек прочитать. Ну, тогда это уже очень серьезное ИПСО, направленное на внутреннее потребление. Если от обратного посчитать, то таким ИПСО они хотят успокоить российскую армию, даже не российское общество, общество-то такое себе, а российскую армию от паники. А раз таким способом, значит, вы представляете, какая у них реальная паника по использованию гепардов, леопардов, да, в принципе, всего зверинца западного, который нам передали. Пантер только еще не слышно. Хотя и пантеры, что еще ж пантеры будем делать вместе с немцами. То есть Rheinmetall предлагает у нас построить завод по производству пантер. То есть раз у них вот такая реакция для того, чтобы успокоить истерику российской армии, то есть и так подают информацию, значит, там реально большая проблема. То есть тогда это можно сказать о том, что мы сколько, несколько месяцев их прессовали информацией о появлении новой техники леопардов, еще ж не подошли Абрамсы, подождите, они же не только поседеют, они там еще и обратно, еще и полысеют от захода Абрамса, я не знаю, что там будет уже Шойгу придумывать. Потому это такая обратная реакция, направленная ИПСО, как раз направленная на внутреннее потребление российской армии. Вот они пытаются это скормить. Ну, а нам, ну, в конце концов, вспомните того же профессора Преображенского. Ну, он же четко сказал, и упаси вас Бог до обеда читать советские газеты. Ну, нельзя этого делать, иначе ж потеряете в весе, коленные рефлексы будут не те, ну и т.д. и т.д. Нам-то это зачем читать? Ну, а Барменталь же ответил все правильно. А так а других же ж нет. Так вот, другие никакие не читайте. Дождитесь четверга, послушайте Курбанова со Свитаном, і все буде нормально. Чисто правда, але при тому, пане Романе, ну я ж дивлюсь там, окей, там ми не довіряємо російській пропаганді, вочевидь, але західна преса, я хотіла би з нею розібратися, тобто ясно, що не ми з вами там не ви, не я в них не працюємо, але вони написали там наступне, я вже зараз там не пам'ятаю, яке саме, що значить українські сили не готувалися до такого відпору, який російська армія дає на Запорізькому напрямку. Тобто я як медійник одразу там розумію, що скоріш за все, західні ЗМІ, західні чиновники теж можуть брати участь в інформаційних операціях проти росіян. З іншого боку, ну от вони написали те, що написали. Повертаючись до симуляції, та, тобто кожна операція, вона має проганятися через певну облікову програму, де все прораховується. Чи справді можна бути не готовими недооцінити ворога, при тому, що ми з ним воюємо в повномасштабну, та, в повну силу 15 місяців? Ну, дело не в этом. Дело не в том, что оценить или не оценить. Дело в том, что некоторые операции, они проводятся, ну, иногда даже без, как, с максимальной оценкой врага, но они все равно будут проводиться. То есть вот оценили врага, да, он стопроцентно готов, там стена, там вообще железобетон, не пробиться, не проехать. Ну что, развернулись и поехали кофе пить в Запорожье, да? Ну, то есть это ж не останавливает само движение как таковое. Движение по-любому будет, какой бы там противник ни был. Иначе кофе не напасемся, там в Африке разорится. А тем более в Кот-д'Ивуаре уже там давно уже, по-моему, не француз.
То есть есть вопросы, которые по-любому решаются, независимо и принимаются во внимание, что там действительно, да, железобетонная стена, и что будем делать? Будем ее долбить. Ну а что делать? Конечно, будем ее долбить, потому что по-другому же эту стену не пробьешь, даже если там и стена. А потом, когда начинаешь долбить, в конце концов понимаешь, что там не совсем она еще и железобетонная. Обязательно какие-нибудь российские прапорщики сперли цемент и там уже песок. Естественно, арматуру не 12-ю, а 10-ю вложили. Ну и т.д. и т.п. Там много, это самое, много всего может быть таких моментов, которые в конце концов можно понять только когда ты начнешь долбить эту стену. Потому, естественно, то, что дают западные средства массовой информации, ну, не понимая, может быть, подыгрывая, может, просто это называется в зависимости от того, что вам нравится, или по глупости, либо по недомыслию, либо по злому умыслу, то есть вот почему. А дальше кому что нравится, то и выбирайте. Но нам-то свое, нам свое рубы. Будем однозначно эту стену рушить. И эта стена, они же не просто так 400 тысяч войск притащили еще в прошлом году, собрали кузьмичей со всей, наскребли по сусекам этих всех кузьмичей по всей России, собрали, как-то их снарядили, засунули к нам на фронт, увеличили плотность войск. Ну вот эту стену они вроде как соорудили. Будем ее с помощью западного зверинца стараться все-таки пробить. Пробьем, никуда не денемся. Тем более, что еще реальные ребята, которые с серьезными, так сказать, аппаратами еще же не подходили. То есть пока работают в основном батальонно-тактические группы, выполняют задачу формирования, это формирующие операции, разведка боем в основном, как угодно это все можно назвать. Ну, там БТГ, работают в основном батальоны. Вот посмотрите, даже за информацией, которую даже тот же Шойгу дал. А там бригада 1500 человек, там столько-то, столько-то, 30 танков или еще чего-то. 1500 человек какая-то бригада. Бригада это 3500 человек. А 1500 человек это две батальонно-тактические группы усиленные. Причем не 30 танков, даже если к одному БТГ батальонно-тактической группе придали роту танков, так это 10 танков. То есть всего 20, ну всего даже вот в 1500. Но это надо просто людям, ну какой он же ленивый, что он там знает. Ему сказали 1500 человек, это бригада, хорошо хоть там не нарисовал что-то еще другое. То есть это формирующие операции с помощью батальонно-тактических групп, одной, двух, трех, может быть. И дальше разведка боем. Что такое разведка боем? Иногда рейдовые атаки. Что такое рейдовая атака? Зашли, отработали, вышли. Это вот то, что сейчас делают, допустим, российский добровольческий корпус в Белгороде, да? То есть рейдовая атака. Зашли с нашей территории, там что-то покуролесили и быстро обратно под крышу наших ВСУшек, которые там стоят, несколько бригад, которые ждут, пока российские менты погонятся за этими РДК. То есть крыша такая. Ну, естественно, менты же, они, если начинают гнаться, потом смотрят, а крыша там елки-палки какая. И идут, включают заднюю, откатывают обратно. Почему они за ними не бегут? Все возмущаются. То есть вот такие формирующие операции сейчас проводятся и в том числе на Запорожском фронте. Причем они активизировались вот после того, как россияне взорвали как раз эту станцию. Потому что остались, ну не остались, а перенаправились просто движение, перенаправилось с херсонского направления на запорожское. Сейчас это все раскрутится, сформируется, начнутся вводить реальные бригады. Когда реальные бригады начнут работать в районе Орехова, допустим, или там Гуляйполя, я не знаю, что будет Шойгу говорить, будет говорить о том, что тут вообще космические войны, Дарт Вейдер притащил это самое там, миллионы армии, ну, что-то придумают, они же эти сказочники, такие звездуны-сказочники, я их называю.
Так, там в Запоріжжі вони вже знищили одну польську бригаду. Це сьогодні теж була офіційна інформація, тому казки справді розпочиналися. Але там же, пане Романе, в нас відкривається і інша небезпека. Значить, ну от гауляйтер Балицький, один із там перших на черзі за двохсочування. Він сьогодні оголосив, він дав сам собі наказ провести евакуацію. Там вона якась часткова, вони там буквально три населених пункти обрали, але тим не менше вона буде відбуватися. Друга історія. Якщо ми стартуємо з Каховської ГЕС і припускаємо, що росіяни злякалися українського наступу і підірвали, то там в нас в Енергодарі, звісно, друга відкривається небезпека, друга за номером, але, мабуть, перша все ж таки за значенням, тому що ми кажемо про атомну електростанцію. А чи можемо ми бути впевнені, що ці потвори, коли будуть втікати, коли їх будуть витискати із Енергодару і Запорізької області, що вони так само щось там не натиснуть? Ну, они нам нажать могут что угодно. Это ж малохольно, еще раз повторюсь. Это россияне, там проблема с восприятием действительности. Потом будут рассказывать, а мне тут кто-то приказал в голубом нимбе на Господа похожий. Ну, то есть могут сделать. Тут ничего нельзя исключать. Полностью ничего нельзя исключать, это точно. Вопрос военной целесообразности. Так вот, подорвать россиянам Каховскую гидроэлектростанцию была военная целесообразность, а может даже и необходимость. Они просто не были готовы удержать наши войска еще и на Херсонском направлении. Потому это даже, я больше скажу, военная необходимость. Это просто сдуру не рассчитали, это уже проблема ихняя, не рассчитали поток воды и то, что зальет. А вот отсекли на наши войска все-таки там 200 километров практически фронта. А вот, допустим, взорвать Запорожскую атомную станцию абсолютно никакой военной необходимости у россиян нет. Там линии движения нет никаких, а это все в стороне лежит, это и так мешок. То есть Запорожская атомная станция, она сейчас, можно сказать, находится, ну вот Энергодар и вот весь этот левый берег Каховского водохранилища в районе Энергодара, это ж мешок. Как только мы начинаем двигаться на Токмак, оперативное окружение, им оттуда бежать придется. То есть военной необходимости взрывать ее никакой нет. Для того, чтобы там спасти какие-то части или еще что-нибудь, мы туда двигаться не будем. А вот какая необходимость? Информационно-дипломатическая, политическая, какая-то ическая. С этой точки зрения у них больше негатива будет, ничего не толком не решат, негатива будет по Росатому. У Росатом сейчас контролируют эту станцию. Он перед МАГАТЭ заявился о контроле станции. Он половину работников взял себе на контракт под давлением. Там страшные вещи, как давили этих людей, чтобы они подписали контракт с Росатомом. То есть с точки зрения контролирующих органов, которые контролируют всю ядерную энергетику, Росатом отвечает сейчас за эту станцию. Если при его ответственности там что-то произойдет, Росатом попадает под такие мировые давление. Вот смотрите, у него 4, он сейчас строит и пытается запустить 4 энергоблока в Акую, это в Турции, 2 энергоблока в Пакште, в Венгрии. Это вот только вот сходу 6 энергоблоков, кстати, те же 6 таких же энергоблоков примерно на той же Запорожской атомной станции. Вот это только первое. А он еще обслуживает, и не просто обслуживает, а поставляет ядерные сборки тепловые для работы очень многих энергоблоков в мире. То есть у него миллиардные обороты, там сотни миллиардов денег, долларов, которые через Росатом проходят. И рисковать таким количеством денег, ну это просто точно не будет. Это примерно та же картина, как они были на Чернобыльской атомной, вспоминайте. Акт приема передачи сдал, принял без никаких проблем, честь отдал. Этот самый командир части, который там хлопцев без потомства лишил на этом лесу. И все, ну, сказал, что всех пообещал, там, я так понял, пообещал всех жен удовлетворить, и там сейчас бедный на разрыв.
А вот то же самое будет и в Запорожской атомной станции. Потому я не думаю, что они там вообще что-то произведут. У нас сейчас другая проблема. Она может быть даже мощнее, чем Запорожская в каком-то смысле. Это заминированный крымский титан. Они в Армянске проминировали крымский титан. Это довольно-таки такое серьезное химпроизводство. Там кислотоприемники, там емкости с химией, с хлором, с реагентами, ну, причем это довольно-таки серьезная вещь, и он находится как раз на Перекопе, и вот они его могут также рвануть, а вот подорвать крымский титан, у них есть военная необходимость, если наши войска начнут подходить к Перекопу. Для того, чтобы перекрыть дорогу в Крым, они могут подорвать крымский титан, облако ляжет на Перекоп, перекопает там все и вся, получается, нам придется в химзащите заходить, это довольно-таки хлопотное дело, так сказать, и опасное. И это точно уменьшит нашу скорость захождения, они в это время могут как-то или перегруппироваться, или просто спетлять с Крыма. Вот для задачи отхода, даже не для задачи удержания, а для задачи отхода из Крыма, они могут подорвать крымский титан. И вот это намного сложнее, потому что придется потом копаться, я даже думаю, больше, чем восстанавливать после взрыва Каховской гидроэлектростанции «Россия». То есть вот на это надо обратить внимание. Ну, я думаю, наше руководство об этом знает прекрасно. Но нельзя надеяться на реакцию мировую, вы же видите, ее нет. ООН села на свои бобики белые и куда-то спетляла кататься в другом месте. Красный Крест тут же позеленел или там посветлел, или в Аквафреш превратился, пропал. То есть все эти шарашкины конторы, это реальные шарашкины конторы, они разбежались во все стороны. Потому здесь придется вот уже самим эти вопросы решать, как и в каком последовательности. Есть механизмы, я думаю, они будут как-то задействованы. Но вот механизм по разблокировке станции не сработал. Как бы там не пытались разведка работать по дезактивации этих зарядов, не получилось. Ну вот, и то же самое может быть и на крымском питании.